Привет, народ, с вами вновь Алексей. Продолжаем проходить Stronghold Crusader. 26 глава, коготь коршуна у нас. Так, ну что, мы имеем союзника змея. Против нас Калифа 2 и Султанчик. Всем приятного просмотра, не забываем поставить лайк. Так, и отключаем тогда камеру, как всегда. Поехали. Так, здесь тоже нам надо все сделать довольно-таки очень все быстро, ребята. Очень-очень-очень все быстро. Давайте амбар. Так. Насаждение. Ну? Ёб твою мать. Это нельзя здесь разместить, милорд. Так, и камни забираем. Пока вот так. Не хватает дерева, милорд. Так, дерево мы сейчас купим. Нам надо срочно гильдия инженеров. Нам надо срочно наемников. Нам надо срочно поставить две башни. Прям вот так. Прям вот так жестко. Так, давайте вот так поставим лесенку. Есть. Да, ваша милость. Так, восьмерочка. Восьмерочка. Вы можете нам помочь. Строим осадное орудие. Вот так, ребята, строим ставим. Строим осадное орудие. Тут нам прям быстро. Строим осадное орудие. Иначе пойдет нападение. Строим осадное орудие. Это нельзя здесь разместить. Строим осадное орудие. Да, ваша милость. Да, ваша милость. Ваша милость. Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Это нельзя здесь разместить, орудие. Милорд. Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Да, ваша милость. Все как надо делаем, все как по старинке, все как учили. Так. Смоуком. Не хватает рекрутов, сэр. Продаем, кстати, продаем, ребят. Вот это все. Не хватает товаров. Не хватает товаров. Надо скорее щиты ставить. Щит готов. Закрывать. Надо что-то построить. Нахну фи хидматик. Санатруку халан. Ну давай уже, щит. Готовь ты нам щит. Щит готов. Перемещаем щит. Отлично. Отлично. Какие будут указания? Мы идем. Туда. Нас атакуют! Что надо делать? Инструменты готовы. Подбираем обслугу. Подбираем обслугу. Так, жаровни ставим. Есть. Так. Что мы еще тут хотим? Мы еще хотим поставить казарму и арбалетчиков поставить. Немножко бы хотелось. Для сладенького нашего друга. Угу. Не хватает оружия, сэр. Да, и вот так. Внимание! Заселяемся. Я не понял, а почему щиты все стали у нас? Щит готов. Бля. Ну я не давал такого приказа щитам. Ладно, хай с ним. Пусть будет так. Тогда арбалетчикам надо... Он сейчас арбалетчиков выбьют.
Иди меня, иди, игра. Я же не так хотел. Да, ваша милость. Ты не так поняла меня, давайте нейросеть. Строим осадное орудие. 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 Все, хотя бы так пока. Пока вот так. Смолком. Да, мы сейчас так арбалетчиков потеряем еще до кучи. Ай-яй-яй-яй-яй. Потому что почему-то я не так нажал. Я сделал по-лошовски все. Ладно, бог с ним. Дайте мне поставить-то сюда. Так. Закрывайте мне, давайте, моих арбалетчиков. Да, ваша милость. Можете рассчитывать. Давай поскорее. Подбираем обслугу. Отбирайте обслугу. Щит готов. Так, ладно, арбалетчики хотя бы на месте. Пока пробить нас не могут. Это хорошо. Так, продать вот эту всякую грязь нам надо. Не хватает. Да, и ребята, надо купить вот таких лучников сейчас сюда. Хотя бы немножко. Идем в ваших приказах. Чтобы никакая мразюка не проскочила. Идем в ваших приказах. Да? И не подожгла меня. Мы уже в пути. Так, у нас тут все забрались. Ломаем. Так, ну. Что у нас тут с камнем? Про камень мы забыли совсем. Камень у нас не добывается практически. Ну ладно, пусть будет так. Пока так. Так, лесопилки поставим. Тоже забыл про дерево. Про все забыл. Вот пожарник к нам бежит. А хер тебе, братан. Я хотел сломать. Сейчас подожгу. Так, ну я надеюсь, тут все закрыты наши. Все нормально с этим, да? Так, да в принципе, пока нам этот и... Ну пусть стоит, ладно. Так, дерево. Ладно, пока живы, здоровы, все хорошо. Давайте будем... Возможно, вот здесь камень добывать будем. Нужно дерево. Нужно дерево. Дайте мне дерево, ребят. Нужно дерево. Так, ну пока вот так вот мы жопку свою поприкрыли. Вроде бы. Чего? Давайте увеличим скорость игры. Пободрее, да, будет так? Посмотрим, что у нас тут сейчас произойдет вообще. У него, конечно, денег много, но иссякнуть его запал должен, по-любому. Скоро. Нам бы еще, конечно, бы надо бы здесь вот, ребята, поставить башню будет сейчас. Сейчас что у нас там с камнем-то идет? Чего идет? Дерево где? Дерево! Послание от Калина. Начинаем осаду! Пленных не брать! Убейте всех до единого! Это плохо. Осада. Она. Осада, засада. Так, камень кое-какой пошел. Нам надо здесь вот тоже вот так подзакрыть это все дело.
таким способом. Сейчас мы тут... Послание от Калиста. А то вся к смерти не верни. Ну, я тебя понял, ладно. Не хватает товаров. Смухум. Нужно золото. Коматорпор. Халюм. Да не пройдешь ты тут при всем желании, друг мой. Блять, нас тут и бомбят, смотрите-ка. И бомбят, и волтузят. Так, откуда удар? А, вот откуда удары. Я понял. Так, башню меняем тогда. Дислокацию. Мне такая она не подходит. Ребят, ну как мы так никого не пропускать? Вот сюда поставим башню, наверное, я думаю. Да, давайте вот сюда. Сейчас мы еще здесь войско подсоберем. Нас тут явно хотят выбить прям. Блять, я про хлеб забыл совсем. Пшеничка наша, пшеничка. Хлебушек, 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 хлебушек. Хлебушек. Да, и немножко этих надо хижин поставить. Каким-то образом мне надо сейчас... У вас нет денег? У меня денег нет, класс. Мне надо сейчас закинуть на ту башню инженерчиков. Лучники готовы. Что-то я их до хера купил, ну ладно. Много не мало. Бля, чуть башню не сломали. Чем мы можем помочь? Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Сейчас я вам дам просраться, да. Строим осадное орудие. 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 Прям выносят башню. Жестко. Жестко действует. Господин срочно бросит вашей помощи. Да погоди, мне тоже помощь нужна, друг мой. Ты видишь, что творится-то здесь? Камни горят уже. Все горит. Так, нам надо выдержать вот этот сейчас момент. Так, продать. Не хватает товара. Купить. Я понимаю, что золото нужно, оно всегда нужно. Так, держим. Бери ты свои вот эти вот, сейчас мы тут только погоримся. Так, у этого деньги потихоньку заканчиваются, кстати. Знаете, что нам надо? Блядь, меня тут все пожарит. Надо как-то срочно поставить вот сюда вот так. Вот это вот так, пока затишье. Вот это быстренько. Вот сюда. Давайте. Ребяточки. Работаем. Милорд. Уже идем. Так, ремонт. Все залетели нормально. Все, и закрылись пока, закрылись. Все хорошо у нас. Катапульты мы сейчас будем ломать теперь. Все, ребята. Так, все пучком пока, пучком.
И этому змеёнышу поможем сейчас тоже. И здесь сейчас все поможем. Все хорошо. Так, бьют с какой-то другой стороны нам уже. Вон откуда бьет, ёпта. Так, ремонтируемся, ремонтируемся. Так, пока все у нас неплохо. Дальше что делаем? Да, надо там послеживать нам, конечно, за ударами нашего друга кабана. Фу, кабана, блядь. Калифа. А смотрите, барбакан закрылся у него. Это же вообще хорошо. Отлично, отлично. Класс, класс, класс. Мы еще и в атаку пошли. Мы сейчас не так, не только так сделаем. Давайте еще, кстати, прикупим ребяток для более неприятного времяпрепровождения наших друзей, да? Вот. Совершенно другой уже момент. Так, а что, нам не влезть никому сюда? Я не понял. В чем проблема? Лестница, да, плохо сделана. Давайте другую сделаем. Тут, блядь. Много всего происходит. Я понял. Набеги идут, но мне надо лучников закинуть. Дайте уже это сделать. Не дают. Не дают. Ладно. Давайте сюда закинем. Сюда тоже у нас тут уже уменьшается. Нам надо туда арбалетчиков, кстати, поставить. Вместо других. Так, и муку надо продать. Давайте муку продаем. Не хватает. Любимые наши арбалетчики. Послание от Калифа. Смотри, на твоей жалкой крепости собираются стервятники. Скоро и будет чем поживиться. Сейчас посмотрим, посмотрим. У вас сейчас деньги кончатся, ребята. И все. Мой господин срочно просит вашей помощи. Вы будете уже, ребята, в жопе. Так, мы тоже можем оказаться в жопе, если я сейчас не куплю себе немного защиты, которая мне нужна. Маулай, запасы золота. Мы уже идем. Отлично. Все. Под прикрытием. Башни работают. Замечательно. Ну что, Калиф, как у тебя? 13 тысяч, да? Плоховато тебе, плоховато. Тут нам катапульку подвозят. Так, я думаю, камешек надо нам добавить, это производство. Почему нет? Бабки никогда нам не лишние будут. Отлично. Так, хижин тоже добавляем. Это нельзя здесь разместить, мило. Все, кайф. Так, здесь все кайф, кайф, кайф. Здесь мы все вырубили, можно убрать этих ребяток. И мы давайте вот сюда поставим, допустим. Это нельзя здесь разместить, мило. Допустим, и металл по зарабатываем. Почему бы и нет? Все, мы все такое продержали опасное. Вот этот скоро вообще у нас подстукнет, друг. Так, давай, 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 заряжай, заряжай. Здесь что? Здесь тоже можно железо. Дерево сейчас принесут, ладно, не будем пока.
Давайте еще немножечко подкупим вот этих вот наших любимых. Не хватает. Вот центральная башня кинем. Так. Все. А, не успел. Не успел, друг мой, не успел. Тебе тут жопа будет. Все, нас тут это прикрывает. Тоже неплохо. Так, у нас тут повыбивали немного, ребята. Смотрите-ка, что творят. А, что творят? В атаку пошли. Не хватает товара. Ладно. Мы сейчас крепких загоним. Крепышей на ту башню. Не хватает оружия, да? Внимание! Вперед! Это разгром! Мне такое чувство, что там эта баллиста не работает вообще. Да, ваша милость. Мауляй! Идем к цели. Так, пока у нас тут затишье. Быстро, быстро, быстро. Кидаем этих друзей. Так, и. Надо что-то построить. Подбираем. Да, давай, 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 давай. Отлично, пока ломаем. Ставим. Все. Башня ожила новыми красками. Три тысячи, чувак. Ха-ха, скоро все. Скоро у нас вылетит один дружок. Будем вот отсюда еще заход лестницы делать. Давайте мы ее сломаем. Так, и я еще сейчас арбалетов туда накидаю. Камня у меня теперь дохренища. У меня и металл еще идет. Производство полетело. Так, давайте. Металлику тоже продаем. Не хватает товаров. Покупаем, покупаем. Еще чуточку. Селеночек, да? Внимание! Не хватает оружия, сэр. Так, здесь все на месте, здесь все стоит, здесь все замечательно. Можно вот так еще поставить. Это нельзя здесь поместить. Так, лучники встали, смотрите, мешаются. Этого мы сейчас все завалим. Он уже бомж. Вот этих надо сдерживать сейчас еще пока. Поэтому надо нам сейчас башню переместить. Это нельзя, ну, здесь вот так. О-о-о. Замурчательно. Так, партия у нас это уже готова. Давайте еще подкупим арбалетов. Еще 15, да? Мы сейчас на ту башню загоним. Так, и загоним мы туда не только арбалетов, еще и наши щиты любимые. Это разгром! Так вот. Амрукая Маулай. Что надо делать? Сейчас мы им дадим строим прокакаться. Строим осадное орудие. Сейчас сразу вот этих поставим. Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Щиты наверх закинем. Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Так, давайте еще двоих. Да, ваша милость. Так, покупаем туда нашу любимую баллисточку. Да, 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 тут собрались, я понял. Строй. Тридцатник сюда подтянем. Да, они пойдут нападение сейчас. Ничего страшного вот этого нет. Да, блядь, дайте мне поставить-то, уйди.
вот так ставим. Вот этих двух героев сюда. Бля, да чтобы вас. Чтобы вас. Я опять не успел. Просто волна атаки, видите, попал. Есть, вроде бы, есть момент. Где у нас там два инженера? Давайте, все, пора. Пора заводить, больше тут терпеть невозможно. Так, вот, нормально. Так, щиты немножко развернем, давайте. Вот в эту сторону, да? Ну как нам не развернуть, нет? Ну ладно, пусть пока так постоит. Тоже нормально все. Так, ну что? Что у нас с одним? С одним уже почти все закончено. Здесь у нас все вроде пока нормально. Надо, конечно, вот на эту башню бы еще посадить немного арбалетчиков. Давайте сделаем это. Так, амбар полон. Это тоже замечательно. Значит, есть что кушать. Давайте еще амбар поставим. Хренушки там. А нет, и сюда можно. Так. Что я хотел сбился в смысле арбалетов. Не хватает оружия. Так, подведем сейчас и закинем их. И все. Я думаю, этой обороны нам хватит. И змею спасем, и себя спасем. Этого достаточно. Так. Так, давайте еще железо подобываем. Змее железо не надо. Тут дорожка у нас не выкопана. Значит, есть проход. Пускай она тоже капает, тикает. Хижин ставим. Отлично. Так, дерево нам нахрен не надо уже. Пускаем. В принципе, можно здесь камень поставить как-то. Здесь уже никто не дойдет. Врагов. Мы тут всех выдавили. Жесточайше. Сейчас пойдем крушить. Крушить парня. Мы сейчас сделаем катапульт много. И пойдем красиво долбить его. Прям сочно я его буду разрывать. Да, ваша милость. Сколько у нас тут? Чем мы можем помочь? 28, да, класс. Сейчас. Строим осадное орудие. Подготовим мы. Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Это нельзя здесь разместить. Строим осадное орудие. 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 Строим осадное орудие.
Это капздец ему сейчас будет, а не разгром. Так, здесь у нас как с арбалетчиками пока все. Ну, смотрите, тоже выбивает немного. Тоже мы как бы это... теряем иногда, надо за этим следить. Давайте свежую кровь запускать. Так, давайте я вообще куплю этих, как его, пум-пум-пум. Ё-моё. Оружейных побольше. 4. И будем арбалеты закупать. Не хватает оружия, сэр. Все равно вышибают, потихоньку нам вышибают. Как ни крути. Волны такие, атаки тяжелые идут. Все равно выстреливают. Наши товарищи. Да, и еще купим. Сейчас просто закупимся и пойдем атаковать уже катапультами, чтобы мне не думалось здесь пока. Мог я, блядь, не то покупаю, отвлечься мог. Так, вот. Видите, катапультами стреляет даже кто-то там. Вот. Сейчас мы отвлечемся. Сейчас я сломаю лестницу. Проходит. Так, все. Катапульта готова. Пойдемте, накажем кого-нибудь там. Ударим по-серьезки, да? Негодяй. Негодяй, Алексей. Конечно, друг мой. Дадим мы тебе сейчас. Вкуснятинки. Послание от Алексея. Держись подальше от моих границ, неверный. Готовься. Как тебе такой расклад, друг? Все. Замечательно, отстрелялись. Щитов у нас тут повышибали немало. Кстати. Так, мы сейчас пойдем и туда, еще постреляем, кстати. Здесь мы, наверное, сейчас закончим с этим товарищем. Где наши асасы? Асасы. Не хватает рекрутов, сэр. Сейчас мы этого парня добьем. И пойдем вот эти башенки, наверное, ломать. Они нам тут мешаются нехорошо так. Не хватает рекрутов, сэр. Так, ассасинов, наверное, нам хватит. Пошли. Так, я думаю, они без нас разберутся. Мы даже туда не будем заглядывать. Давайте прокатим вот сюда. Катапульты наши. Нас атакуют! Не хватает товара. Сейчас пойдем башни долбить. Как-то у нас так интересно идут эти ассасины наши, блин. Вообще неправильным путем. Ну ладно, ладно. Пусть так и будет. Добивать-то будем, нет? Неужели? Так, давай. Пока сейчас сюда отведем. Послание от Зимы. Мой господин поздравляет вас с победой. Конечно, поздравляет. Тебя-то... О-о-о! Понял. Понял.
Так, здесь, в принципе, нам что? Да не буду я никакую, хотел третью башню поставить, наверное, не буду я ее ставить. Катапульта. Надо катапульта спасти, назад откатить. Не хватает товаров. Так, давайте еще сейчас катапульт сделаем. Да, ваша милость. Да, ваша милость. Надо что-то построить. Сейчас атаку переживем. Ну, если не переживут наши катапульты эти, ну ничего страшного. Мы ему ударим сейчас сильно, очень, очень сильно. У нас сейчас все башни потеряют. Так, мы великий лорд, кстати, заметьте. Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Да, катапульты сохранились, все, там атаку отбили. Вопросов нет. Камень сохраняем. Камень сейчас нужен будет. Ну, можно немножко продать. Сейчас натаскают, конечно же. Катапульта готова. Так, десяток еще сюда тащим. Того 20. Прикиньте, 20 катапульт. Что сейчас будет? Сейчас будет жопа просто ему. Амбар полон, милорд. Опять амбар полон, да вы че? Молодцы какие. Катапульта готова, милорд. Так, ну и двадцатник сюда. Катим. Катим катапульту. Сейчас мы ему дадим. Вкусняшек. Катим катапульту. Так, мы еще пока не вышли, смотрите, на ударную позицию. Так, нам могут сейчас тут, планы нарушить, кстати. Лучники. Поехали. Так. 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 Красота просто. Отстрелялись. Группируемся. Стреляем. Друг, я тебе тут не дам, не дам, не дам ничего. Готовься. Готовься. Более того, мы... Готовься. Готовься. Так, покушение на катапульты, назад откатываемся. Ну хорошо, мы его так потерзали-то, да? Сейчас мы что сделаем? Нам бы надо, кстати... Нам бы надо конницу, ребят. Конницу, которая будет меня прикрывать эти катапульты, потому что катапульты жалко, если честно. Не хватает рекрутов. Да, вот сейчас вот соберем тоже тут такой небольшой кулак коней, да, и будет нормально все. Давайте попродаем, что у нас тут пришло. Дерево нам не надо абсолютно. Занимает место, продаем хлеб тоже, чего много. Давайте конницу, конницу. Нашу любимую конницу. Куда же без нее? Не хватает рекрутов, сэр. Так. Тут уже дела идут, идут, идут. Все, 21 этот у него остался. Ну вот этот Абдулла живет, ну этот. Это херня. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Бямрик. Так, тянем сюда. Такая боевая у нас миссия, это интересная в начале еще, да, была? В начале миссии так было жестко, конечно. Такие перестрелочки неплохие получились у нас. Ну и все интереснее и интереснее становится, конечно, тут, что говорить. Все жестче и жестче. Катим катапульту. Так, нам надо здесь вот порушить его как следует. Вот эти бы еще ему, конечно, поломать надо. Ну тут
Ни к чему. Давайте, готов. Зарядим. Хорошо, готов. Зарядим сюда. Хорошо. Зарядим куда-нибудь еще вот сюда. Нас атакуют! И вообще бы вот так пострелять, если было бы здорово. Ну так пробьем все там. Так, откатываем. Давайте конницу выдвинем. Тут лучники нападают немного. Чуть-чуть вот так вытянемся. Хорошо. Так, ну и... Катапульты готовы, милорд. Катапульты здесь на месте у нас. Давайте сейчас еще немножечко коняшек прикупим. Не хватает товаров. Пойдем подушнить его немного. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. В принципе, партия-то сделана уже. Дело за малым. Вот эту, кстати, еще сломать башню. Катапульта готова, милорд. Давайте мы это так и сделаем. Катим катапульту. Вот эта дальнобойная башня такая. Нехорошая она у нее тут. Готовься. Ну-ка. Поднакажем ее. Все. Класс. Так, и теперь можно нам уже подойти ближе. Поработать. Вот этих всех отработали. Чуть отойдем назад. Катапульта готова, милорд. Достает нас башня-то. Дальняя вот эта. Сейчас мы ее шваркнем. Все. Да и вот это тоже. Пустой болванчик у нас теперь. Можно вот так вот встать и просто тупо долбить. Так, пойдемте за ассасинами нашими. Где у нас тут ассасины? Освободим складец. Не хватает. Эти ребята у нас давненько так поприкуривают, отдыхают. Смотрите, даже стрелы до сих пор летают вон на картинке. Сколько было стрел вылечить. Выпущено. Даже заглючила игру. Так, да тут уже. Не хватает рекрутов, сэр. Это разгром! Конечно, разгром. Пойдемте добьем. И теперь вот так вот пойдем еще. Пойдем мы в гости. Этот уже у нас без денег. Развиваться он не сможет. Сейчас запрем Абдулашку. У него денег много, да. 20 тысяч. Ну... Это все, что у него осталось. Еще увидимся, неверный! Так, ну... Давайте встанем в более выгодную позицию, что ли, тогда? Так? Послание от Султана. Где у нас там султан-то сам по себе ходит? Здесь где-то? Не вижу султана я. А, вот он. Не знаю, попал я на него, не попал. Нет, не попал. Вот он ходит. Сейчас мы его выцепим. Все.
Так, ну у него 20 тысяч есть. Внезапно войск он, наверное, не купит. Прям уж так быстро. Амбар полон, милорд. Да, опять же, ребята, здесь надо очень быстренько. Очень быстренько, главное, отстроиться, защитить себя. Да ну, каждая миссия, защити себя сперва. А потом уже и победа будет. Это разгром! Так, мы можем катапульты подтянуть так-то. Че? Ну, сейчас посмотрим. Сейчас вот с этими повоюем, да. Почему стал сразу покупать еще? Потому что не хватит. Не хватает. А нет, хватило, смотрите-ка. Все-таки вырезали, все-таки победа. Мы победили, сэр! Так, ну вот так, ребят, все. Победочка наша. Лайтовая. Прошли 26 главу, и у нас дальше арабские ночи. Арабская ночь. Ту-ду-дун. Так, посмотрим, где мы, блять, в какой мы позиции. А чё мы в позиции? За нас кабан, за нас змея, что ли? Нифига себе. Так это вроде хорошая позиция или нет? Или что-то я недопонимаю. Да, у нас змея и кабанчик за нас, против нас Абдулла и Саладин мудрый. Интересно будет. Ладно, это будет следующая миссия. Тут, наверное, все непросто, потому что я вижу, что здесь ресурса у меня не будет. Фиг с ним. Посмотрим, поиграем. Все, всем спасибо. Не забываем влепить большущий лайк, подписаться. И всем отличного вечера. Пока.